что заканчивается и начинается у меня с апреля. Как раз к концу марта у меня заканчивается мой блокнот на питание. Он лежит у меня на кухне. Каждый день я пишу, что я буду есть на завтрак, обед и ужин. И вместо него будет вот такой вот чудесный блокнот, где я пишу каждый день, что я буду есть, а в конце недели список продуктов с такими милыми девочками. Дальше заканчивается у меня мой блокнот для одного из студентов, для Дины. И вместо него будет вот такой, для индивидуальных занятий. У меня на каждого студента свой блокнот. Вот такой блокнот у меня заканчивается. Это Малескин с моими инициалами, куплен во Флоренции 4 августа 2019 года. На 4 года мне его хватило. Здесь я писала все свои видео, которые выкладывала на YouTube. И подходит к концу. Последние осталось 2. Вместо него будет тоже Малескин. Вот такой вот. Решила еще красный либо голубой. Дальше заканчивается мой дневник, где я пишу по утрам свои какие-то мысли, зарисовки. И вместо него у меня, такие гранатовые были красивые, будет вот такой вот Монблан. Заканчивается норвежский. Сам учитель по норвежскому, для него у меня был вот такой вот красивый Малескин, где я выполняла задание, писала теорию. И на смену приходит латинский язык. И вот такой вот Малескин в толстой корочке.